Компания BMW выпустила новую серию ICD и импульсных питания закрытого типа для особо популярных приложений со средней мощностью 600 Вт. SE 600. Отсутствие функции горячей мощности позволило производителю значительно снизить цены изделия. Диапазон входного напряжения в серии SE 600 выбирается между 90 и 132 или 180 и 264 вольтами посредством встроенного переключателя. Благодаря использованию технологии коммутации по высокой частоте, КПД источники питания серии SE 600 достигает 83%. Показатель удельной мощности источника питания составляет 4,9 Вт на дюйм. Благодаря надежным встроенным вентиляторам источник питания серии SE 600 работает при температуре окружающей среды плюс 60 градусов Цельсия. На входе источники питания серии SE 600 имеют встроенную сеть для ограничения бросков тока. На выходе оснащены функции компенсации давления напряжения на нагрузке из-за длины провода. Данная серия максимально защищена и включает в себя защиту от короткого замыкания, перегрузки, перерушения напряжения, перегрева. Серия SE 600 идеально подходит для применения внутренней автоматики или крови, где требуется средняя или высокая мощность.